Хочу порекомендовать вам канал своего хорошего кореша, как заработать деньги в интернете. Он снимает классные видео о заработке, его советы реально работают, у него много интересных тематик помимо заработка, он рассказывает много фишек по ютубу, о заработках других блогеров и еще у него есть очень интересные схемы по заработку. Давайте поможем ему набрать 50 тысяч подписчиков, это будет для него сюрпризом, ведь он не знает, что я его рекламирую. Кстати, он ежедневно разыгрывает неплохие деньги. Переходим к нему по ссылке в описании и подписываемся. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы с вами записываем новую танковую рубрику. Это будет у нас, ну точнее не это будет, а ребята, она будет у нас называться 12 палочек. Это, в принципе, очень старая игра детства. Кто помнит, кто там не играл еще всякие компьютерные игры, а играл на улицах, в принципе, ее знает. Но я здесь немножечко переделал правила под танковую тематику, чтобы у нас все было играбельно. Ну и, конечно же, вам интересно. А сейчас о правилах. Вот, и здесь, кстати, ребята, со мной будет играть Жека, еще поздоровайся. Здорово. Вот, и короче, ребята, также его, ну то есть ссылочка на его канал будет в описании, если что, заходите, подписывайтесь. Вот, а теперь о правилах. Правила у нас довольно-таки просты. У нас есть, ребята, вот такое вот место, где я буду, короче, стоять, вот, и где я не буду подсматривать за всеми, где они тарятся. То есть, ну, в первом раунде я буду догоняющим, я такой решил на себя ответственность спихнуть. Вот, и у нас есть, ребят, также 11 участников, я, соответственно, 12-й, поэтому, кстати, рубрика так называется, 12 палок. Вот, мне, ребята, нужно их найти. Вот, они сейчас все там потарились, мне, ребята, нужно их найти. Но найти не просто так, что я пошел, посмотрел, вижу, там какой-то танчик стоит, а в принципе никнейма его не вижу. Вот, мне нужно, ребята, к нему подъехать, прям очень жестко подъехать, увидеть его никнейм. Я, например, еду, хоп, никнейм его увидел. Останавливаюсь, ребята, жму на тап, потому что они не знают, да, например, там будет несколько человек сидеть, кого я именно спалил. Я, например, спалил Расима, увидел его никнейм, хоп, его никнейм скопировал, ребята, скинул ссылку в чат и поехал вон там место, ребята, ну, короче, сзади есть. Ну, мы тоже его можно любое место определить, вот. После того, как я его ник написал, мы, я и Расим начинают ехать до этого нашего места. И кто первый до этого места дотронется, вот, например, если я первый до этого места дотрагиваюсь, то все. А потом вода у нас Расим. Если Расим опережает меня и дотрагивается до этого места первый, то я, ребята, лошары, опять остаюсь вода. Играется, ну, примерно мы сыграем 5-6 раундов. Вот, в идеале, конечно, 12 раундов, но у нас будет чуть-чуть поменьше, потому что это первая рубрика. Не знаю, как она вам понравится, нет. Так что, ребята, если нам зайдет, то вот просто вот смотрите, на вот этой вот надписи, видите, что случается с теми, кто не ставит лайкосики. Так что, ребята, я же знаю, я вот прям чувствую жопой, что кто-то именно сейчас свой лайкосик врубил. Так, ладно, а теперь погнали. А теперь погнали. И, кстати, ребята, что кто самое у нас... интересно, когда... Чё? Что самое интересное, когда ты, типа, написал, типа, Расим, ну, типа, в чате, понял? Ага. Он начал ехать. Вот, и что самое интересное, ребят, например, если я там кого-то затукал и первый до того места дотронулся, Расим должен приехать сюда, ждет 20 секунд и потом начинает выезжать. И если кто-то не успел затариться, это сугубо их личные проблемы. Так, ладно, ребят, погнали. Все, я погнали, я выезжаю. Погнали. Охереть, я выехал и никого не видно. О боже мой, о боже мой, ты куда поехал? Ты куда поехал, а? Стой на одном месте, сученька такая. Стой на одном месте, бег-бег. Чё? Давай. Чего? Скидывай. Сука. Чё, расстрельни. Чё? Опа! Опа! Ну, как бы, можно считать, что я дотронулся, потому что меня там какая-то неведомая текстура самоуничтожила. Так, давай, Жека, теперь ты вставай у нас на то место, отсчитывай 20 секундочек, но у нас есть время, чтобы просто взять и затариться. Я просто, на самом деле, придумал очень топовое место, я надеюсь, Жека меня в нем не впалит. Ну, я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Ребята, негатив знает наши места. Негатив, на самом деле, все знает. Он прям очень все знает. И все места он тоже на изи-пизи, я так думаю, знает. Блин, мне уже страшно, ты слышишь? Кстати, я уже полетел. Да, я вижу.
Давайте, я увидел шаричек, который там твой был. Вот, кстати, ребят, передвигаться можно, ну, если мы его негатива не видим. Вот, но после того, как мы его увидим, соответственно, уже двигаться нельзя. Пиранья, зайка. Так, хоп. Ах, ты самого слабенького выбрал, знаешь. Он, короче, стартанул и в минус упал. О, боже мой. Ой, просто, ребята, я вам отвечаю, поставьте, вот не поскупитесь на лайкосы и обязательно ее ставьте, потому что рубрика в натуре очень веселая. Вот, если нам понравится, следующий выпуск мы, ребята, сыграем тоже лютой, прям жесткой конфой, чтоб было именно как в детстве. Ну, возможно, будет игроков у нас чуть поменьше, но все же, будет, я так думаю, в детстве. Слушай, а у нас так мы быстро играется, так что я так считаю и думаю, что может быть все-таки 12 раундов сыграть. Да, ребят, наверное, у нас будет играть 12 раундов. И по окончанию 12 раунда, кто в 12-м как раз таки, ой, извините за тавтологию, кто в 12-м раунде, ребят, проиграет, тот у нас и окажется, ну, проиграющим, и тот будет у нас лошарой. Так, я понял, чё где, но я пока никого даже не вижу, и мне, если честно, становится страшно, прям очень бег-бег страшно. Жека, где он там, у тебя есть инфа? Хитрожопая. О, боже мой. А он тебя нашел. Ты лошара. Блин, ладно, я пока у нас немножечко вот так вот поменяю свое место. Нихера здесь кто-то так затарился. О, боже мой. Охереть, бэк. Так, ну давайте я вот стану где-нибудь вот здесь вот. И покемперю, в принципе, вот это вот место. Потому что, о, кстати, вот я такое, Жека, место нашел топовое. Ты просто обсеришься от него. Когда ты на самом деле увидишь, ты просто обсеришься. Блин, у нас, кстати, еще Серега вышел. Это на самом деле не из Аргут, потому что сейчас могут зайти какие-нибудь неадекватные адвокаты и нам все испоганить. Жека, ты где? Мне страшно встает. Ты брюнета уже нашел? Да. О, боже мой. Так, а это получается какой раунд? Я, получается, сыграл первый, потом ты был, потом пиранья. Это четвертый. И сейчас брюнет. Четвертый, да, или пятый? Это сейчас будет пятым. Ага, я понял. Брюнетик, брюнетик бег. Блин, я, если честно, хочу, чтобы сейчас меня уже, это, немножко нашли. Потому что я сейчас в таком месте зашкеренном сижу, и меня не могут до сих пор найти, что я аж просто иногда уписываюсь от своего счастья. И в то же время я очень боюсь, если меня найдут. Потому что если, ребят, меня найдут, это будет ГГВП. А, кстати, ты такая сученька, ты знаешь, какую тактику нечестную использовал? Чисто стоял возле самых респов и такой затарился. Ты сучка, а какая? Так, ладно, ребята, капец. Это у нас пока пятый раунд. Я на самом деле вообще ничего не вижу. Прям вот в натуре ничего не вижу. Кстати, возможно, ребят, нам нужно сделать все-таки поменьше людей, чтобы был какой-то экшончик. Например, опять же, ту же самую конфу взять, там, я, Жека, там, я не знаю, Леха, Легенда, Витальку позвать. И у чисто вот этой конфой сыграть, когда будут все на голосе, я думаю, просто получится. Ай! Ну, дай проводим, угадай. А, нет, ты не здесь, я в смысле? Где ты угадаешь меня? Не нужно меня угадывать, Джека. Я прям очень неугадательный парень. Кстати, кто у нас, брюнет или пиранья? Брюнет. Брюнет? Брюнет, танки, ПХ. Все, все. Это сейчас получается шестой раунд, да, будет у нас играться? Да. Сука, как мне страшно, как мне страшно, как мне страшно. Я не хочу, чтобы меня нашли. О, боже мой, ребята. Мои булочки сжимаются. Блин, я просто усусь, если за все 12 раундов меня ни раз не найдут. Ну, кстати, ты первый был. А меня два раза уже нашли, вообще капец. Да, кстати, тебя два раза уже нашли. Так, сейчас у нас танки ФХ, да? Да-да-да. Танк ФХ. Он самоуничтожился. О, боже мой, лошара. А зачем он самоуничтожился? Сейчас ему нужно опять идти, короче, он и там стоять. Лох. Просто... Вот смотрите, он сейчас взял и спалил все точки. Понятно. Ребята, расходимся. Это тоже хитрая жопость. Ну, это да. Это, по идее, так не нужно делать. Потому что это немножечко у нас нечестно, знаете ли. Блин, о боже мой, как же у меня сейчас все страшно становится. Жек, ты просто знал. Кстати, вот мне кажется, ребята, опять же, напишите в комментариях, что людей, ну, можно, кстати, и поменьше.
чтобы у нас не получалось, что, смотрите, я, например, стою уже какой раунд, это 6-й раунд играется, а я до сих пор стою. То есть я абсолютно никуда не еду. И это как-то очень страшно, блядь. Он стоит? Едет. Негатив, брысь. Да в натуре какая-то неразбериха получается. Ладно, давайте не 12 раундов сыграем, а 10 раундов сыграем. И мне кажется, будет просто топово. Чего? Чего? Меня нашли, что ли? Нет. Нет, я там только остаюсь. А, ты меня так не пугаешь, слышишь? У меня уже, если честно, булки начинают сжиматься. Когда до меня начинает кто-то ехать, и мне становится очень-очень страшно, я начинаю очень сильно волноваться. Бляха-муха, сейчас вот если сюда, в принципе, из туннеля выйдут... Зачем я это сказал, дурак? Да где этот? О, один такой. А как он его нашел, если он здесь? Без понятия. Ну я убью. А как он его в натуре увидел? Я... Это... Или что, или как? А как он увидел? Он либо через туннель, или как-то... Или он просто, мне кажется, ник на обум скопировал и поехал. Чё-то мне так кажется. Так, ну-ка, давайте, ребята, что все. Ты какого хера приехал сюда, а? Ты мне можешь сказать? Все, стоим. Стоим, молчим. Ничего не делаем. Боже мой, я начинаю волноваться. Я начинаю очень по-жесткому волноваться. Так, тихо. Так, где он? Он еще пока стоит. Ну, в принципе, ребята, да, у нас там все 20 секундочек ждут, и это уже 7-й раунд. О, боже мой. Ой, он немножко ляганул. Прям вообще самую малость. О, ну, в принципе, он, кстати, поехал. Он просто взял и поехал. Блин, мне можно сейчас? Я думаю, что сейчас куда-то мне можно свалить. А кто там вообще? Где? Ой, это сейчас один такой. Один такой? Да. Почва, ты все, он встал, он чей-то ник увидел. Порост. А где там порост спалился? А где он спалился? А, вон он где. Ну, в принципе, да. Блин, вот жалко, что на ДМ-ке все-таки ники... Я думал, что на ДМ-ке ники будут не так сильно видны, но все же они видны довольно-таки частенько. Так, ладно, я пока у нас спрячусь. Ну, все-таки мне, ребята, да, кажется, что нужно людей в разы меньше, чем 12 человек набирать. Потому что если 12 человек, это просто лютый перебор. Смотрите, я уже какой раунд стою, у нас играется уже 8-й раунд сейчас будет играться, да? 8-й же? Угу. Да, 8-й раунд, ребята. Я тупо стою на одном месте, меня даже никто не нашел. Не нашел, бейк? Пацаны тупо стоят под мостом? А, ладно. Чего? Вы так близко к нему не вставайте. Он поехал в туннель? Угу. А, вот, он нашел танк. О, боже мой! Не, ну мне кажется, если я сейчас в эту щельку залезу, я, ребята, уже отсюда не выйду, поэтому я даже не знаю, стоит ли сюда залезать. Но хотя, по идее, можно вот так вот сделать, и чтоб меня вообще просто никто не нашел. Но сейчас, ребята, будет играться 10-й раунд. Ой, 9-й. Боже мой, ребят, сейчас будет играться у нас 9-й раунд. И играет его кто? Кто не догнал этот, получается? Танк. Танк ФХ, опять он? Он просто лютая лошара. О, боже мой. А нет, он, кстати, всего лишь 2-й раз. И ты был 2 раза. Да. Ты, кстати, да, тоже такая небольшая лошара. Но, в принципе, это нормально. Ну, это я знал, что я лошара. Ой, брюнет как поехал жестко. Почему, куда он поехал? В смысле, а где кто? О, боже мой, мне сейчас кажется, или меня сразу найдут? Не, брюнета нашли. Брюнета нашли? Брюнет уехал первым. О, лол. Брюнет первым доехал. Танк ФХ опять. Смотри, танк, сейчас играется 10-й раунд. Если опять быстрее тебя доедут, то это будет жесткий провал. А, боже мой. Ну, кстати, сейчас играется 10-й раундик, и, если честно, мне уже становится ненароком страшно, поэтому я куда-нибудь, ребята, свалю в более такое перспективное место. А кто у нас там так запрятался, а?
кто у нас там так запрятался? Мне аж очень интересно посмотреть. О, серый, привет. Если его там найдут, по идее, как бы он уже ничего не сможет оттуда сделать. Я думал, что сейчас брюнет, понял, ездит. А, типа, это он догоняет? Не-не, танки же ФХ у нас просрал, и получается он опять догоняющий. О боже мой, как же здесь жестко, не пали, Вадим. Так я ж, в принципе, не говорю, кто где, я просто такой, оп-оп-оп-оп-оп. А там уже догадывайтесь сами, где кто находится. Пошли, нашел уже кого-то. Нашел? Да. Да-да-да, один тоже. Такой. Один такой. И, ребята, я просто хочу это увидеть. Так как у нас играется последний раундик, я хочу это увидеть. Негатив, ты шо? Все, у нас танки ФХ в итоге выиграл. Если бы негатив у него помешал, так бы все нормально вообще было. О, полет века. Приветики, брат Бекки. Я полетел. Всем пока. Блин, и в итоге у нас, получается, проиграл один такой. Ну, я не знаю, ребята, как минимум, да, эту рубрику все-таки нужно играть поменьше конференции, и нужно, чтобы все были на голосе, потому что на голосе, я так думаю, там будет вообще просто адовая жесть. Во-первых, будет поменьше людей, вот, и все будут принимать участие. Во-вторых, опять же, у нас, получается, все будут на голосе орать. Я, прикиньте, вот так еду, например, вот я не знаю, вот где-нибудь здесь, и такой, «Рип, я тебя увидел и поехал!» И все, все начинают сразу же ехать и дотрагиваться. Вот это, мне кажется, будет вообще просто здоровски. Так что, короче, ребята, если вы хотите увидеть, опять же, эту рубрику в более новом исполнении, ну, так как это первая, так сказать, рубрика, и у нас... получился выпуск, может даже сказать, таким более пробным, чем уже таким основательным, то давайте наберем косарик лайков, и мы сыграем с более такой мелкой конференцией, где все у нас будут на голосе, и что все было просто офигенно. Офигенно, Бек. Так что, ребята, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал Жеки, ну а с вами был Вайдер и Негатив. Всем пока-пока. Всем пока.